В Химках прошел рейд по проверке качества перевозок пассажиров в автобусах. Сотрудники административно-пассажирской инспекции и судебные приставы провели беседу с водителями. Напомнили про выдачу проездных билетов каждому пассажиру. Это обязательное требование, иначе водителя ждет штраф. Рейд был информационный. Мы рассказывали водителям, что если они не оплачивают в добровольный период штраф, на них может быть он наложен в двукратном размере, либо применен административный арест до 15 суток, либо обязательные работы не менее 50 часов. Подобные рейды проводят регулярно, раз в месяц. Беседуют с водителями, а работу линии проверяют каждый день.